В России сегодня чествуют всех, кто стоит на страже порядка и безопасности. 10 ноября в нашей стране отмечают День сотрудника органов внутренних дел. До 2011 года он назывался День милиции. С профессиональным праздником действующих полицейских и ветеранов МВД поздравил Владимир Путин. Он поблагодарил их за службу и пожелал успехов. Результатом ваших усилий, личного вклада каждого, стало более активное противодействие таким вызовам и угрозам, как экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция. Только в текущем году за героизм и мужество, проявленные при исполнении своих обязанностей, государственных наград удостоены более 400 сотрудников. Уверен, вы и впредь будете решительно реагировать на любые угрозы стабильности и безопасности государства и общества. Достойно решать все поставленные задачи. Рассчитываю на ваш профессионализм, компетентность, преданность долгу. Ну и сегодня на Первом канале ко дню сотрудника МВД традиционный праздничный концерт. В нем примут участие звезды российской эстрады. Смотрите сразу после вечерних новостей в 18:20.